似龙腾飞，бушует ветер, разъярен, как бешеный дракон, как тигр вздымается волна, огнем озарена. Но этот сумасшедший шквал того, кто путь борьбы избрал, сбиваю с ног, и я не одинок. Он не смог бы научить. Я и сама отучусь тайно. Предки наши завещали строго-настрого учить только сыновей. Мама, наши молитвы будут услышаны? Конечно. А когда? Скоро, доченька, скоро. Осторожно, мама. Спасибо, доченька. Скажите, где моя доченька? Ой, Пинер! 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 Пинер, где ты? Пинер! Пинер! Уважаемый, не знаете ли вы, где моя доченька? Пинер! 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 Ах, люди добрые, скажите, не видели мою дочь Пинер? Что?
Что случилось с вашей дочкой, матушка? Ума не приложу. Только что была в храме и как сквозь землю провалилась. Бедная моя, куда же она подевалась? Пилар! Пилар! Прошу прощения. Видите эту женщину? Она ушла в слезах. В таком святом месте, среди белой дня, пропадают девушки. О, небеса! Я простой монах. Живу по заветам Будды. Во славу его. Не хочу возводить напраслину, но у меня такое чувство, что это святое место кто-то посмел осквернить. Время молитвы. Мы должны идти. Прошу вас, господа. Черная рука.
Отец! Отец! Затай! 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 Отец! Отец! Затай! Отец! Сынок! Что случилось? Что с тобой? Стой! Стой! Затай! Затай! Не надо, сынок! Отец! Ты хочешь, чтобы я оставил его безнаказанным? Нельзя тебе с ним драться, сынок. Что ты говоришь, отец? Позволить уйти такому злодею? Это черная рука. Затай, сейчас ты не сможешь его одолеть. Гнаться за ним все равно, что смерти своей искать. Да. Юань Янтуй, приемы Юань Янтуя помогут тебе победить черную руку. Юань Янтуй, никогда не слышал. Иди в Фэнлань, там живет старый мастер. Отец, я отомщу за тебя. У злодея борода и шрам на правой щеке. Я все же успел ранить его монетой. Найди его. Отец! 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 Отец. Только овладев приемами Юань Янтуй, ты сможешь одолеть черную руку. Не могу. Отец, я должен отомстить за тебя сейчас же. Борода и шрам на правой щеке. Ты что, сумасшедший? Невежа, дубина неотесанная, отпусти ты меня! Испугался? Я буду жаловать. Убирайся отсюда, пока цел. А деньги? Деньги не отдал, а еще дерешься. Да. Это противозаконно. Ах, даже так. Кретин, проваливай. И запомни, еще раз придешь, узнаешь, что такое удар моего хозяина черной руки. Не боюсь я вас. Черной руки. А ну стой! Чего ради? Чего ради? Что тебе надо, а?
Где сейчас черная рука? Я не знаю, не знаю. Ах, не знаешь! Ты за это ответишь? Да! Лучше! Скажешь ты, где черная рука? Я не знаю. Гой! Хорошо. Хорошо. Он в трактире Южно-Китайское море. А нашего хозяина я готов пить целый день. И я тоже. А, еще пару. Давай. Ай!
Этим ударом вы себя еще больше прославите. Раз, и на тот свет. Одного удара хватило щенку. Да. Бросьте его. На корм рыбам. Владев приемами Юань-Ян-Туй, ты сможешь одолеть черную руку. Отец! Да будь я проклят за слушание! Я обещаю, что владею приемами Юань-Ян-Туй. Извините, хочу спросить вас. Не сейчас. Ты же видишь, я занят. Приехали не из Финляндии? Откуда же вы? Мы цирковая труппа с острова Цинюндао. Слыхал, может быть? Нет, не приходилось. Эй, подожди. У нас освободилось одно место. Если хочешь, оставайся. Будешь циркачом. Нет, нет.
Подумай, в месяц будешь получать 2 серебряные монеты. Нет. Ну и как? Получше? Как в раю, радость моя. Опять? Дрянь. Будешь как шелковая. Эй, иду. Да, господин. Отведи ее в камеру. Слушайся. Ну-ка, пошли. Не знаю. Может, она и красивая, но так раскуривать трубку она не научится. Ревнуешь? Хозяин, хозяин, только что на рынке появились девчонки, такие красотки, их нельзя упустить. Моя козочка губки надула. Эй, послушай, а? Откуда эти красавицы? Кажется, из Финляндии приехали. А? Нравится? Из Финляндии? Ну как? Да, в центре. Что? Я говорил? А как танцует? Красавица! Динь-дон, динь-дон, блюдечко звенит. Этот нежный перезвон девушек манит. С песней спорятся дела, веселее дни. Чтоб в сердцах любовь цвела, блюдечко звенит. Эй, сестричка, вы случайно не из Финляндии? Да. Кто у вас старше? Шита. Бери. А? Это так. А будешь умницей, не раскаешься. Золотом осыплю. Постой-ка. Ах ты дрянь. Пошли прочь. Чёртова кукла. Неплохой удар ногой. Эй,
А сейчас ты узнаешь удар черной руки. Взять! Неужели это Юань Янту? Все как на подбор. Рослые, красивые. Оставить ее для меня. Конечно, господин, конечно. Все ясно? Ясно. Остальных охранять? Есть. Хозяин, знаете, а та девушка просто лакомый кусочек. Свежа и хороша. Слышишь? Неплохие сны нам приснятся. Да, такие сны я давненько не видел. Свора тупиц! Упустили этого молокососа и самую красивую девку. И что я слышу? Они мечтают об утехах. Хозяин, хозяин, только не переживайте, такая ерунда. Вот увидите, мы их завтра же поймаем. Я вам обещаю, вы же меня знаете. Чушь все! Не думайте, что это так просто. Вы видели, как дерется эта девчонка, а? Да, господин. Это школа Юань Янтуй. Юань Янтуй? Юань Янтуй, да. Юань Янтуй. Хозяин, я слышал, они наши смертельные враги.
Если не ошибаюсь, это девчонка из старинного рода Джу. А этот ее защитник. Я сразу узнал. Это тот, кого мы бросили в море, хозяин. Ха, тоже мне мастера кунг-фу. Много воды утечет, пока не станут настоящими мастерами школы Юань-Ян-Туй. Хозяин, надо что-то решать. Ты о девушках? Это дорогой товар. Да. Завтра с утра отправим их на юг. Понятно. Спасибо. Вы спасли мне жизнь, и если бы не вы... Не преувеличивайте. Разве я мог оставить вас в беде? К тому же, я должен отомстить черной руке за смерть отца. Страшно представить, что будет с моими подругами. Ужасно. Мы должны их освободить. Но я недостаточно хорошо владею боевым искусством. И никто не может мне помочь. Мой дом в 20 шагах. Пойдемте к отцу. Наверное, он что-нибудь придумает. Фэнни, простите меня. Позвольте спросить кое о чем. Слушаю вас. Я видел, как вы сражались с бандитами. Каким стилем кунг-фу вы владеете? Юань-Янь-Туй. Юань-Янь-Туй? Кажется, вы слышали о нем? Еще бы, конечно! Я давно вас искал! Не надо! Зачем? Что вы делаете? Я прошу вас, станьте моим учителем. Моего отца убил черная рука. Лишь овладев Юань-Янь-Туй, я отомщу убийце. Много дорог я прошел, пытаясь найти вас. И, наконец, это случилось. Я умоляю, будьте моим учителем. О, немедленно встаньте. Согласны? Скажите мне. Хорошо, я согласна, только встаньте. Я преклоняюсь перед вами. Что вы? Не надо. Света мастерства уже много лет в нашей семье передаются из поколения в поколение. Но у нас есть одно правило. Предки завещали передавать мастерство только по мужской линии. А я училась украдкой. Фэнни, я хочу видеть с вашим отцом. Угу. Черная рука, главарь банды подонков. Я давно его знаю. Их логово в одном из буддийских монастырей. Обманом они уводят женщин и продают их в рабство. Когда-то у меня была школа, где я готовил телохранителей специально для купцов. Банда Черной Руки нападала на торговцев в дороге, бегала их. И лишь те, кто владел приемами юань, могли простоять разбой в родстве. 就在头上来了，实在可恶！幸亏这位大哥舍命相救，要不然女儿也落在黑沙掌的手中了。啊，小伙子，救命之恩理当重谢呀！ Примите мою признательность. О, я недостоин. Ну что вы, не надо. Почтенный, моя жизнь в ваших руках. Я очень хочу стать вашим учеником и овладеть Юань-Янь-Туй, чтобы освободить девушек и отомстить за отца. Мне очень жаль, но у нас в роду есть правила, которые я обязан выполнять. Учи сыновей, но не учи дочерей. И никогда не тренируй посторонних. Отец! 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 Я убежала. Яуса, а что с твоими подругами? Утром их собираются отправить на юг. Мы должны им как-то помочь. На этот раз 9. Как только погрузите, сразу отплывайте. Можно начинать? Давай, быстрей. Кому сказано? Пошли, пилот!
Отпустите нас! Через неделю мы будем на месте. Если шторм не начнется. Стойте! Жить, старик. Отец, что с тобой? Скорей, надо уходить. Девушки, быстрее, быстрее, не оставайся. Отец. Ну что, тебе уже лучше? Спасибо, дочка. Старый я стал, ни на что не годен. Отец, выпей чай, сразу согреешься. Утро было холодное, да и поединок с черной рукой тебя утомил. Хорошо, оставь чашку. Отец, как твоя спина? Ничего, иди, дочка. Дятай, что с тобой? Девушек мы спасли, но отомстить я не смог. Отец болен. Я так и не научусь. Юань-нянь-туй, никто не хочет мне помочь. Дятай, отец согласится. Я кое-что придумала. А? Фани, что придумала? А заповедь? Учи своих, но не учи чужих. Дятай, если ты и я... Не понимаю, но говори же. Есть только один выход. Мы должны стать родственниками. Но как? Ты же не объяснила? Глупый ты. Фэнни, ты согласна стать моей женой, а? Конечно. Фэнни, 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 я так счастлив. Правда? Пойдем, скажем отцу. Отец. Отец, ты говорил, что искусству Юань-Ян-Туй чужих нельзя обучать. Угу. Поэтому только теперь мы просим открыть нам его тайны. Нет, дети, я вынужден отказаться учить вас. Это запрещают наши традиции. Не могу я нарушить их. Отец, только что мы решили соединить наши судьбы. Мы будем чтить вас и слушаться во всем. Не откажите обучить нас своему мастерству.
Ну что ж, теперь души наших предков будут спокойны. На этом свете останутся люди, владеющие искусством рода Джу. Я согласен, дети. Завтра и начнем. Дзятай, кланяйся отцу. Ну, хватит. Сколько можно? Вставайте, вставайте. Хозяин! Ну, говори. Старик оказался живучим. Он уже оправился от удара. Джу взял в дом того парня и женил его на своей дочке. Что? Хозяин, он обучает эту парочку приемам Юань Янтуй. Да? Черт побери. Хозяин, если они оба владеют стилем Юань Янтуй, тогда их будет уже трое. Ох, и тяжко нам придется. Если эта пара птенчиков оперится, им будет трудно свернуть шею. У меня есть предложение. Говори. Прибить старика, пока он не передал секреты. И молодые останутся недоучками. Да. Это очень хорошая мысль. Если все удастся, у меня не останется соперников. Стойка в Юань Янтуй должна быть уверенной и гордой. Приседать надо пружинисто, как тигр. Обманные движения, как будто подлетаешь, и тут же прямой удар вверх. Серии боковых с разворотом и скрытый прямой вниз. Ваша задача — раскрыть врага, отвлечь меня, и лишь тогда удар! Станет смертельным. И еще. Отец. Отец. Ничего не поделаешь. Старый я уже. Вам надо упорно тренироваться. За пару дней искусством Юань Янтуй невозможно овладеть. Сколько еще потов с вас сойдет? Прежде чем мышцы окрепнут, а кости станут, как стальные прутья. А пока что упорно работайте над основными движениями. Спину держи. Соберись, соберись. Еще подтяни. Вот так. Лонг то. Си лунг тэнг фэй. Лонг то. Си лунг тэнг фэй. Лонг то, лонг то, си лунг тэнг фэй. Гуанг бьо. Си ху пао сё. 光标光标似乎咆哮那龙腾虎跃永远不弯腰同仇
сила удара в ноге. Удар нужно наносить прямой ногой, а вторая согнута. Понял, учитель! Лантау, сан зай ху джоу. Лантау, сан зай ху джоу. Лантау, лантау, сан зай ху джоу. Тензай Дунгьо, Куангбио, Тензай Дунгьо, Куангбио, Куангбио, Тензай Дунгьо. Тебя я встретил, в любви поклялся здесь на берегу, но крепче, чем любовь на этом свете, соединяет ненависть к врагу. Все говорят, что жизнь подобна морю, бросок в пучину, а потом подъем. Пускай лишь шаг от радости до горя, мы вместе этот трудный путь пройдем. Фуни, ни отец, а у меня не получается. Подойдите, подойдите ко мне. Отец. Отец. Дети мои, я показал вам все приемы нашей семейной школы, которые передаются из поколения в поколение. Вы умеете их применять, но удары ваши пока еще не приобрели требуемой силы. И хотя вы обладаете необходимыми знаниями, однако все еще не совсем готовы к смертельной схватке с таким врагом, как Черная Рука. От вас требуется упорство, настойчивость. Тела ваши должны окрепнуть, мышцы стать упругими. Вы должны взлетать, так как это делает только мастера Юань Янтуй. От вашего удара должны ломаться деревья, крошиться камни. Только тогда можно будет считать, что приемами школы Джу вы овладели в совершенстве. Но даже став мастерами, встречаясь в бою с любым противником, остерегайтесь всегда удара сзади. Учтите, под лопаткой находится наше самое уязвимое место. Отец, уйдем. Жив еще? Сегодня твой последний день, старик, а вместе с тобой, наконец, умрет и школа Юань Янтуй. Угомонись, если ты дорожишь своей жизнью. Последний раз тебя предупреждаю, ты и так уже зашел слишком далеко. Come on!
Отец! 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 Мы отомстим!
С этой стороны. Угу. А ты стой. Начнем? Хорошо. Значит, жизнь одна, одним желанием горим. Дорога нелегка, пусть даже жизни отдадим, но победим врага.就让我们一直走到底，既然那命运已这样安排，就让我月下万般柔情意，一样的含辛茹苦，一样的刚强坚毅，一样的愿望把我们紧紧连在一起。啊，不怕那征途多凶险，面对高山火海壮志不здесь один? Отвечай. Где ваш главарь? Ма, он мне не докладывает. Правда? А ну говори, а то убью. Смилуйтесь, смилуйтесь, господин, я не виноват. Он меня хотел убить, жестокий человек. Все отсюда разбежались, один я тут остался, потому что некуда мне идти. Так и живу, отдаю почести Будде. А если хотите найти его,
Ударьте большой колокол, он сам сюда явится. Эй, сам ударь. Я бы с удовольствием. Слишком высоко. Я не дотянусь. Зачем его так подвесили? Ну как же, черная рука. Великий мастер кунг-фу. Он сам только и достает до него. Пощадите, пощадите, господин. А если я ударю в колокол? Тогда ваш главарь тотчас же явится сюда. Попробуйте, вот, сами и увидите. Нам еще нужно отомстить себе. Руки короткие у вас, молокососы. Вы даже не знаете, на кого идете. Hey!
Помогите! Быстрей! Спасибо! Ну что вы, вставайте, вставайте! Уходите быстрее! О, великодушный! Пусть моя доченька вернется домой. Помоги ей, пожалуйста. За что я наказана? Мама! Пина! Мама! Пина! Сюда, сюда, ко мне, быстро! Да, хозяин! С девушкой я сам справлюсь. Попробуйте задержать парня. Понятно, сделаемся. Стой, негодяй! Не уйдешь! Ah!
中身虚。
让我。